Привет. Сегодня я буду вам, ну так сказать, показывать, какая у меня, ну так сказать, анкета. Вот она. Вот. Ну не анкета, так тетрадочка моя, как она? Живая тетрадь, вот написано даже. Вот, в общем, там мои рисунки, всякое такое. Тесты, ну как сказать, тесты, просто так. Интересно. Короче, вот. Это я еще делала где-то год назад, но и сегодня, и вчера тоже делала там немного. Вот. Первое, я приносила просто в школу, тут все шарики у меня оборвались. Остались вот эти вот красивенькие. Не бери зло, бери добро. Вот тут. Все, радужное сердце предсказаний. Тут просто рисунки. Вот, я сейчас там одно возьму. Вот. Красота. Вот там их много. Вон. Это не важно что. В общем, вот. Ну, тут не только для девочек, как бы. Я просто... Мне мама там сказала... В общем, мама сказала... ну, мы вот делали... Там девочки все делали в детстве вот такое вот. В общем, ну вот. Я ей написала «Секрет для девочек». Это, в общем, для всех. Кому интересно, пишите в комментариях, чтобы... Ну, чтобы, какой бы вы цвет выбрали, вот, специально для вас. Вот, вот такой вот я рисовала. Вот, это тут, ну, тоже прикольно. Это мальчикам тоже можно выбирать там это. Не из мальчиков, кто любит девочек. Там интересно очень. Это важно, это тоже, ну, нет, вот это вот важно. Вот это вот важно, это не важно. Да, не важно. Нарисую ручку с тетрадью, роспись надо. Это я так писала. Коряво писала, конечно. Сейчас, конечно, я покрасивее пишу. Вот, выцвел цвет черный, стал фиолетовый. Странно, но она все время у меня тут вот лежала на полке. Вот так вот закрытая была и тут лежала. Она вообще тут где-то лежала, да. В общем. Не, не тут, не тут. Не тут, не тут. Вот тут. Вот все. Вот, короче, написано. Это раньше моя роспись была. Тут цветочек или розу. Нарисую самый красивый цветок. Кто нарисует самый красивый цветок, тот выиграл. Я даже знала, где написать запятую. Вообще это в 5 или 4 классе изучают, где писать запятые. А я уже в 3 классе знала. Вот. Вот у меня такой вопрос. Откуда я это знала? Это не важно. Хотя, вот это вот точно не важно. Тут мои любимые и так далее. Тут фильм. Но уже у меня фильмов много стало любимых. Телепередачу. Ага, конечно. Актеры, много кого. Короче, тут... Есть кто? В общем, выбери шарик и узнаешь, и узнай, кто ты внутри. Вот, тоже напишите, какой номер шарика или цвет, кому не лень писать. Вот. Выбери еду и узнай, какой ты. Какой или какая? Вот. Клубника, банан, виноград и мандарин, арбуз. Арбузик и курица. Вот. Возьми совесть, чтобы не читать мой дневник. Кто-то уже взял совесть. У кого-то нет совести. Да, классы, так сказать, лайки. Вот, немного обо мне. Кто хочет тоже увидеть, что там,
то пишите в комментариях и ставь лайк. Я же стараюсь всегда. Вот, в общем, тут всякая еда такая. Вот. Ну, это не важно, это тоже не еда. Это, тьфу ты, тоже. Это не еда, конечно. Я, кстати, мне, кстати, очень нравится вот этот вот чайный пакетик. И чипсики. Так, и молочко. И это, кстати, тыква. Да-да-да. Тыква, ой, тьфу ты, мне нравится тыква. Мне нравится молочко. Шампанское мне не нравится. Лейс, ну, чипсики. Орео, печенька. Твикс. Киви. Картошка. Ой, тьфу ты, картошка. Чайный пакетик. И вот этот вот значок стоп. Вот. Вот тут еще есть глаза. Выберите. Ну, какой цвет глаз. Выберите цвет глаз. Да, цвет глаз. И узнай, какой ты. Вот, в общем, выбирайте и напишите в комментариях. Коричневый, синий, зеленый. Ой, коричневый, голубой, зеленый, синий и... Я не знаю, желтый, знаете почему? Потому что у нас в классе такой человек есть, у которого почти желтые глаза. Какой-то мутант. Да, красиво я рисую. Позавчера нарисовала. Да, я знаю, я художник. От Бога. Вот так вот. Вот, вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Красивенько. Радужная страничка. Плохой день? Возьми с собой радугу. Вот. Так вот. Не важно, что это тоже не важно. Вот тут. Мне крипер больше всего нравится. Вот. Тут вот такой вот наш Боуи за. Как его? Суп тигра, точно. Сейчас 5 сек. Вот это вот лучше. Пусть песня будет. А сейчас она начнется еще когда-нибудь. Она не начнется никогда. Она началась. Вот, в общем, продолжим. Нож Боуи, зуб тигра, акула. И тут... вот. Самое красивое я потом покажу. Вот, нарисуй изогнутую сосиску. Добавь уши. Теперь лапки. Готово! Блестяще! Вот, теперь выбери цифру. И вот это вот я уже... Вот это вот я вчера вроде бы делала. Да, это вчера делала. Сейчас посмотрю. Да, это я вчера делала. Выбери цифру и узнай, какой ты моб в Майнкрафте. Вот, тоже пишите цифры. Следующее. Выбери цифру и узнаешь, какая марка машины тебе подходит. Тоже пишите цифры. Выбери цифру и узнаешь, какая марка телефона тебе подходит. Тоже пишите. Вот. Выбери цвет и узнай, какой марки тебе подходит компьютер. Цвет именно. Вот тут много цветов. 9 цветов. Вот последнее то, что я сделала, это выбери цифру и узнай, какой вид соцсети тебе больше всего подходит. Вот. Это все. Сейчас я покажу вам еще очень интересно и красиво. Вот. Вот такая вот собака. Я нарисовала ее. Мне она очень нравится. Красивая. Вот. В общем, все, вот такая вот у меня тетрадка. И пишите, вот, я еще раз сейчас покажу, что там, в общем, есть. Thank you.
На этом все. Подписывайтесь на канал. На моем канале вы много еще чего увидите. Будет очень интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно лайки и подписка. И всем удачи, всем пока.